видите в снежки? Можно читать. Очень интересно, если буквы знаете. Если хочешь много знать, многого добиться, обязательно читать, должно учиться. Азбука, азбука каждому нужна, нам поможет книжки прочитать она. Надо буквы написать аккуратно в строчку, надо их запоминать без ошибок точно. Азбука, азбука каждому нужна, нам поможет книжки прочитать она. Книжки могут рассказать обо всем на свете. Очень любят их читать взрослые и дети. Азбука, азбука каждому нужна, нам поможет книжки прочитать она. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Мягкий знак, твердый знак, Э, Ю, Я. Если хочешь много знать, многого добиться,